На улице Химок вышли усиленные дворниками и техникой снегоуборочные бригады. Задача – очистить дворы, тротуары и парковочные места от сугробов, которые накопились за зиму, и не допустить сильного подтопления в период предстоящей оттепели. Начали сегодня снова Химок. Вот, и планомерно продолжим дальше двигаться по всей территории городского округа. Количество людей задействовано порядка 300 человек. Это конкретно на дворовых территориях. Техники у нас порядка 50 единиц сейчас в новых Химках. Вот, поэтому дальше расширяемся. Старт масштабного субботника по расчистке дворов от снега местные жители приняли с воодушевлением. Положительно. Идет уборка, очищается территория. Это очень хорошо. Ну, нормально они работают, ребята. Усиленная уборка снега будет длиться в течение недели и пройдет во всех микрорайонах города. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.